70 спортсменов из разных городов и стран приехали в манеж спортивной гимнастики, чтобы принять участие в традиционном турнире, посвященном Международному дню защиты детей. Уже в 33-й раз Ленинск-Кузнецкий принимает у себя юных спортсменов из Казахстана и Монголии, но вот австралийские гимнасты с визитом приехали впервые. Спортсменки говорят, что вкус гречневой каши и сибирской колбы запомнится им надолго. Поездка в Ленинск-Кузнецкий стала возможна благодаря бывшему тренеру манежа спортивной гимнастики Николаю Лапшину, который в 92-м году переехал в Австралию. Мы очень рады, что Николай удалось привезти его родной город у нас. Спасибо. После торжественного открытия австралийские спортсменки, их тренеры Николай Лапшин и Мартин Джордж провели пресс-конференцию. Журналистам и своим коллегам они рассказали, что за пределы Австралии гимнастки выехали впервые. Удалось с трудом пробить эту поездку, потому что как-то руководство считает, что еще маленькие ездить. Но я считаю, что это опыт, приобретенный в этом детстве, необходим, тем более, что им предстоит кое-кому участвовать в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Это же мотивация. Потом соревновательный опыт ничем не заменишь. Ты можешь быть чемпионом мира на тренировках и показать нулевой результат на соревнованиях. Николай Лапшин в Ленинск-Кузнецкий приезжает не так часто, но, проехав по родному городу в этот раз, был удивлен приятными изменениями в его облике. Австралийский тренер не оставил без внимания и оборудование в манеже спортивной гимнастики. Спортивный зал – это вообще супер. Супер. Во всех отношениях с оборудованием, чистотой. Ну, это один из лучших в мире. Я проехал уже больше 100 стран. Участвовал в 4 Олимпиадах, 11 чемпионатах мира, там, 3 Commonwealth. И могу вам сказать точно, один из лучших. Кроме торжественной части, ребятам пришлось побороться и за медали. В многоборье победительницей стала ленинск-кузнечанка Юля Бирюля, выступавшая по программе кандидатов в мастера спорта. Гимнастки из Австралии Джеймс Пейдж и Айя Мэкс на втором и третьем местах. По программе первого разряда победительницей стала Анастасия Ленкова, Ленинск-Кузнецкий. Среди мальчиков на первом месте по программе кандидатов в мастера спорта Ришат Халитов, Алмата. По программе первого разряда лидируют также гимнасты из Казахстана. По программе второго разряда на первом месте Сергей Надин, Барнаул.